Хорошо, хорошо, понял. Я сейчас поставлю в длинном коридоре, чтобы мы видели, где он. А! Блин, она сзади стояла! Я даже не ожидал! Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Растишка, Пика, как всегда, отличное настроение, пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Здравствуйте. Сегодня у нас очень крутая рубрика «Аниматроники пугают охранника». Мы скачали новый пилпак на Security Breach, если тебе текушки, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Решили мы поставить на этом режиме карту FNAF 2, так как давно мы не записывали FNAF 2, я надеюсь, это очень будет прикольно, вы поставите лайк, подпишитесь на канал и напишите крутой комментарий. И кто хочет с нами записываться, заходите в наш Discord. Так, ну что, кибитка наша работает. Кстати, ребята, мы скачали уже все-таки тот мод, когда двери можно поломать. Но через время они восстанавливаются. Давайте я вам покажу, как они ломаются. С одного выстрела, что ли, вынесло? А ну давай, давай, давай. А ну можно их сейчас открыть? А ну стой, не стреляй. Все, дверь поломанная. Ух, прикольно вы ее вынесли. Так что, ребята, многие писали, чтобы мы поставили этот мод. Я, кстати, видел там аниматроника, он зашел. Кстати, Security Breach — это просто гигантские аниматроники, которые разговаривают и убивают моментально. Надо быть очень осторожным. Вижу! Вижу, там Монти! Быстрее, быстрее, дверь восстановилась! Закрывай, закрывай, закрывай! Да, он пошел. Он пошел. Он просто гигантский. А ты маску взял? О, давайте маску возьмем, точно. Все, ребята, смотрите. Я забыл, что есть маска. Если в маске, наверное, убить нас не сможет. Ну, это... Сейчас мы это, ребята, вместе с вами и проверим. Так, идем по пиццерии прогуляемся. Сделаем обход часовой. Целый час... А, луна! Быстрей! Эй, дверь на меня! Маска! Маска, маска, маска! Так, стоит, танцует. Ты дурак, что ли? Прикольно! Ого, анимация! На руках ходить может! Офигеть! Я этот пилпак ни разу не видел. Если вы хотите, ребята, чтобы мы сняли обзор на этот пилпак, поставьте плюсик в комментариях. И мы посмотрим, если будет 100 плюсиков, мы сразу снимем обзор на этих аниматроников. Какой аниматроник Security Breach самый крутой? Дима, так угол на 360 градусов делает. Да? Да. Рокси. Заходи, заходи. Стоим. Ой, она поломана. Ого. А ну можно, интересно, выбить ее так? Не, не выбивается. Ого, она стрёмно. Давайте сюда зайдем. Так, стоит. Не трогай, я хорош. Пока мне все, ребята, очень-очень спокойно. Аниматроники какие-то такие дружелюбные. Даже не убивают нас. Бежала, побежала. Так, отлично. Упси. Никого нету. Так, давайте сделаем обзор по туалету. Может, кто-то здесь запрятался? Нет, никто не запрятался. Ой, он солнце взял. Ой, побежал, побежал. Блин, мгновенная смерть. Я думал, кстати, будет какой-то скример, а скримеров никаких нету. Тихо, тихо. Чё его так колбасит? Вот это жестко. Смотрите, на руках ходит по вентиляции. Такого еще не видел. Это прям вообще сильно. Так, ребятушки, будем брать порталы, чтобы было веселее. Давайте сделаем здесь портал. И здесь портал. Мы теперь сможем наблюдать. Ой, он идет. Идет? Он идет, Дима. А! Блин, я так дернулся. Ты псих, что ли? Так. Побежал? Быстрее. Эй, это ты портал поставил один. Откуда этот портал взялся? Еще раз. И два здесь в кибитке поставим. Давай проверим, он пройдет портал? Нет. Дима, я придумал, как можно сделать. Как? Так, выйди, я знаю, так, как. Так, так, давай, давай. Вот сюда. Вот сюда. Все. Если он будет так на нас бежать, может сразу вот. Хорошо, хорошо, понял. Я сейчас поставлю в длинном коридоре, чтобы мы видели, где он. А! Блин, она сзади стояла, я даже не ожидал. Чё они такие гигантские? Неужели они такие большие?
Давай быстрее, Дим. Опа, молодец. Классно порталы поставил, мне нравится. Отлично. Ой. Короче, если они, ребята будут очень сильно мочить, мы будем использовать пригвождатель. Но пока мне все нормально. Пока мне не мощно. Вроде уж... Нет, стой. Дверь! А, закрывай! И-и-и, осторожно! Эй, здоровенная. Шла? Бегаем, убегаем. Димон, к тебе идет. Ничего страшного. Я тебе, я все вижу. А! Застрял! Блин! Застряла во мне! Жесть какая! Так, а ты не ставь портал, не? Сейчас поставлю. Так, я вот там давай поставлю один. И здесь один поставлю. Ну, аккуратно. Так, я здесь стою, если кто-то будет идти, я увижу. О, идет! Очень медленный. У тебя нафиг, я тебя боюсь. Так. Отлично, идет. Ой. Ой, один на один наложился портал. Кстати, вы еще не проверяли, как они работают. Это два портала, как-то странно это все работает. Так, он не может в вентиляцию заходить, но знаю. Он гигантский просто. Он около меня, Дима. Я вижу, я вижу. Вот это он здоровый. А что они не разговаривают? А, этот аниматроник не разговаривает. Не, не может в вентиляцию зайти. Просто какой-то гигантус. Балабантус. Ушел, ушел. Обиделся, наверное. Ну тебя нафиг, в портал еще зайдет. Побежал такой. Да-да. О, заговорили. Ребята, напишите в комментариях, как этого аниматроника зовут, который к нам сейчас идет. И кто напишет первый, вставлю в комментарии в начале ролика. Идет, идет. Не успеет. Я удалил. Так, если что, я здесь поставлю. Я удалил. Я банул. Блин, классный игры с порталами. Очень круто, очень. О, я знаю, что надо сделать. Я знаю. Half-Life. Так, ребята, сейчас мы будем делать заподлянки. Он что думал, просто так все? У них же жизни есть? Есть. Ой, случайно кинул. А, я понял, Дима, что ты хотел сделать. Сейчас я сделал. Все отлично, мы здесь минируем. Все отлично, лазер загорелся. Давайте здесь, чтобы он не мог... А, все, у меня кончились, надо еще выдать. Сейчас, ребятушки. Сейчас мы все сделаем. А, идет, о, идет, 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 сейчас будут взрывы. Ой-ой-ой. Так, уходим. Ой. Ко мне ползет. Взрысь. Трогай меня. Тихо, тихо, тихо. Кидаем, кидаем. Никого трогай нету. Меня. Он там? Да, он ко мне. Вот это мощный взрыв. Ну, да. Сняло мало. Мало сняло? Да. Еще на. Ой, он ползет. А он ползет. Сработало! Так, 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 я буду уклоняться, через столы буду убегать. Блин, тут пиццерия немножко горит, но ничего, сейчас потухнет. Ого, звуки он стрёмные издает. Потому что он без ног. Без ног, да? Да. Кидать все. Мы должны реально в этом ролике хоть одного аниматроника замочить. Так, давайте взорвем. Ого, это было мощно. Красиво горит, красиво все, четко. Три черные. Где он? Слышишь? Я слышу звуки. It's possible. Блин, он стрёмный. Ставь быстрее бомбы, уходи. Ай, блин, на расстоянии убивает. Блин, а я мне теперь ночью снится будет. Чё они такие страшные? Молодец. Я тоже давай поставлю здесь. Чтоб никто не прошел. Интересно, есть такие какие-то... Да-да, есть такие бомбы, которые более мощнее взрываются. Интересно, есть такие моды? Ну, есть граната. Так, я ставлю здесь. Так, отлично. Так, сейчас мы возьмем одно классное оружие.
которого будет его очень сильно сдерживать. Идет! Идет. Так, сейчас я выберу, ребята, оружие офигенное. Сейчас, вот, вот оно. На! Где оно? Где он? Он в вентиляции, походу, сейчас будет. Я видел, в комнате, вот же у нас камеры есть. Блин, мы же забыли за камеры. Он идет! Да блин, уничтожил. Че у него жизни не занимают, не отнимаются? Слышь? У него 10 тысяч хп. На! Прям в спину ему кинул. Ну а что он хотел? На, попей. Отлично, отлично. Мы их сейчас закидаем, короче, здесь проход. И он не сможет к нам подойти никак. Оно будет его отталкивать. А он может пробежать. Он может пробежать. Не сможет, не сможет. Оно будет отталкивать сильно прям. Отталкивать будет по-любому. Вот сейчас мы это и узнаем вместе с вами. Ох, там красное уже все. А, пригвоздил. Молодец. И буду его в это время гранатами закидывать, чтобы мы его смогли убить. О-о-о, а что это с ним? А что это с ним? Ха-ха-ха! Он полетел. Так, мы сейчас еще выдадим. Как думаешь, сможем убить? Да. Конечно, столько хп снимает. А, ну все, он умирает. Отлично, прям в ноги. Мы должны убить это. Все, мы смогли убить аниматроника. Ребята, мы добились своей цели в этом ролике. Мы красавчики. Так, теперь мы будем еще ему что? Давай бомбу заложим. Давай. Будем издеваться над аниматроника в этой серии. Все, бомба заложена. Только не знаю, через сколько она взорвется. Но она взорвется. У нас еще есть Counter-Strike бомба. Давайте ее тоже заложим. Во. Успею. Блин, на... сам на своей бомбе подорвался. Вот это я умный. Я вообще не знаю, что она... Может, я даже не наступил на нее, просто она так взорвалась. Ой, он сзади. Сзади? Я бомбу заложил. А, отвали. Ты его пригвоздил? Почти. Боюсь, подходи. Гори, гори, ты сгоришь. Вот это он весь в огне, слышишь, как жизнь у него тратится. На тебе еще, вот такую бомбу. Вот это мы издеваемся сегодня над аниматрониками. Ой, что это так плохо, давай прямо вот сюда. Во, и горит, и огненные гранаты, и ядовитая граната. Ух ты, я же забыл, что я бомбу положил. Ого, его колбасит. А ты меня пригвоздил! Молодец! Так, я не буду пока возрождаться, пока он не уйдет. Как-то ненормальный. Бежал там. Так, все, возрождаемся. Этот исчезло у меня. Колючка. Ого, тут все горит. Че, как-то странно оно горит. Ой-ой-ой, стрёмный челик. Так, я прям в логово, ребята, иду, не боюсь. Бомба, бомба, бомба! Молодец, что ты его пригвоздил! Еще одна. Мы сейчас, ребята, заминируем здесь все ему. Ему не выжить. Еще, еще. Интересно, эти бомбы достанут до нас или нет? Все, я 3 бомбы заложил здесь. Только все, не стреляй, стой, дай я выйду. Не стреляй, не стреляй. Убегай, 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 убегай. Ну сколько, 40 секунд? Сколько бомбы из Counter-Strike взрывается? 40 секунд, 30? Не, даже 25, наверное, где-то секунд, где-то так. Так, берем еще оружие. Сейчас давайте Half-Life 2. Наставим ему эти бомбочек сейчас. Ой-ой-ой, жахнул. Нас не достало. Это хорошо, да? Еще одна. Сейчас еще одна будет. Говно, блин, уничтожил. Блин, он в это время ушел. Это было печально. Так, быстрее, быстрее. А я... Гранатки. Все, минируем тут все. Чик. Чик. А! Зачем же ты меня? Мы ж свои вроде бы. Так, пока не буду возрождаться, а то он меня замочит. Вот это его колбасит. Просто жестко вообще колбасит. Я тебя буду кидать. На! Прям в него. На, отлично. А! Да блин, да что ж так я отлетаю сильно. Вот это оружие мощное. На, взорвалась.
Так, давайте будем минировать здесь проход. Отлично. Мы сейчас, короче, сделаем полностью здесь все заминируем. Он не мог проходить. Весь туннель. Снимай! Не смотри, да. Я видел, я видел! Зараза! Да это луна вонючая! Ой-ой-ой! И еще раз! Че у него жизни не тратится? Или тратится жизни? У него тратится, просто у него много очень. Так, ну, сколько у них жизней? Так у него, у этого 100 тысяч. Ого, он жесткий вообще. А у других по 10. Получается, луна что, босс? О. Поломанная чика. Чика, чика, чика. А, да, голосовые связки. Еще раз. Голосовые поломанные, да, связки? Смотрим. Блин, красиво там все горит. Ну-ка, ну-ка, сейчас еще там две бомбы я наставил. Есть! Тебя. Не трогай, я люблю тебя. На! Я живой, я живой, я живой. Вот давайте проверим, если я поставлю на дверь, она взорвется? Разломается, если я ее взорву? Не, дверь не ломается так, только выстрелами. Ушла? Дверь! Споел. Странные звуки издает, да? О, еще одна взорвалась бомба. Мишка. Да. Это... Ой, Мишка, игрушка. Да, помнишь, мы их собирали, я помню те роликах. Давно мы еще собирали их, по 3 штуки, их на карте валяется. Не трогай. Ой. Да как она взорвалась? Не трогай. Я вижу, идет. Блин, двоих сразу. Блин, это было мощно. Это было очень мощно. Опа. Ой, тут заминировано. Безопасный выход. Так. Ой, если я возьму админский пистолет, это жестко будет? Да. Горит уже. Есть, я убил. Я отомстил за всех подписчиков, которые он убивал. О, я знаю, что надо сделать. Что было прикольно. Как его убить? Сейчас. На тебе, я просто тебя боюсь. Это было жестко. Так, мы сейчас сделаем вот так вот. И здесь положим очень мощную бомбу. Вот так. Все. Если он будет проходить... Взорвется все. Мы еще так никогда не делали. Давайте проверим, будет взрыв мощнецкий или нет. Ты видишь, что я сделал? Смотрим, что будет. Ребята, напишите в комментариях, взорвется ядерная бомба или нет. Ах ты, зараза, обманул. Нет, он идет. Идет? Идет. Блин! Промахнулся чуть-чуть. Давайте проверим. Нет, нифига. А че? Давай еще раз, стой, надо еще раз. Все-таки не взрывается, видите? С помощью заряда такого с Half-Life 2 бомба не взрывается. Она даже не сдетонировала, это очень странно. А он умер или нет был от взрыва, ты не помнишь? Он умер, да. Умер. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Discord. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Все убились. И мы тоже.